Чебоксарские хоккеисты вышли в полуфинал Кубка Федерации. Вчера богатыри в третий раз подряд обыграли красноярских рысей и вновь одержали победу. Решающим оказался второй период, когда хозяева льда забросили две шайбы, на что гости смогли ответить лишь одной. 21-22 марта хоккейный клуб «Чебоксары» ждут первые полуфинальные игры с барнаульским клубом «Динамо Алтай».